Бультерьер против Малинуа. Кто победит? Малинуа или бельгийская овчарка – довольно крупная короткошерстная собака, ростом в среднем 68 см и весом 30 кг. Малинуа – серьезные, весьма энергичные собаки, очень сообразительны и хорошо обучаются, имеют отличные сторожевые качества. Малинуа могут проявлять агрессию к людям, другим собакам, а если пренебречь воспитанием, то агрессию может ощутить и сам хозяин. Бультерьер. Порода возникла в Англии как результат скрещивания бульдогов и уже исчезнувших белых терьеров. Бультерьер – собака среднего размера, сильная и стремительная, обладает крепкой конституцией и физической силой. Очень активна, требует много физических нагрузок. Бультерьеры склонны проявлять агрессию к другим животным. Рост бультерьера в среднем 45 см при весе в 25 кг. При более детальном рассмотрении характеристик наших сегодняшних соперников выходит, что бультерьер обладает более мощной силой укуса и хваткой, имеет более серьезный опыт в боях, на порядок агрессивнее бельгийца, с мощной силой и развитой мускулатурой. Однако бельгиец более гибкий, ловкий, выносливый с лучшей реакцией, обладает более высоким ростом и весом. На первый взгляд может показаться, что характеристики Малинуа превосходят бультерьера, однако считаю, что бойцовые инстинкты, мощь и сила челюсти бультерьера помогут ему одержать победу в этом бою, но попотеть ему все-таки придется.